записываем. Подождите. Это извините, это надо. Для Насти надо показаться. Ты что, так что? Все, подождите, да все, начинаем. Начинаем. Ребята, скажите, вас не смутило то, что на поле были дети? Да нет, мы сами в душе дети и по игре в пляжный футбол тоже. Ну, в общем, не, они нас, меня, они меня между ног два раза проверили, в общем, вопросов нет. Без комментариев. А в каких-то моментах вы уступали, ну, играли мягче? Ну вот, пенальти Хазиев привез, я уже пожалел, что его заявил. Ну, просто человек привозит пенальти 7-летнего ребенка, значит, штрафной, дурак. Ну, вот зачем? Ну, а, вот ну не надо было. Не... Ну, больной, понимаете? Да. Псих. Там двое его накрывали. Ну, просто... ну, он детей не любит, странный человек. Вообще. Ну, следующий. Салим пришел, блин, ломает детей. Да. А, скажите, а вот почему вы поменялись с Костиным? Как бы сказать, я хотел поиграть в поле. Нет, поиграл. Ну, он врет. Просто его тренер был недоволен, что он играл, ну, его игра в воротах. Он ненадежный был, с моей точки зрения. Я решил Костину дать новый амплуа, а Митрофанов в поле вроде меньше привозил. Хотя он там такую яму, ну, он упал, и там яма теперь. Извиняемся перед стадионом. Хочу отметить, что я забил. Но я отстоял на ноль. Икроножную мышцу. Вась, следующий вопрос. Это первый мой сухарь. Скажите, пожалуйста, как прокомментируете свой пропущенный гол? Ну, виноват Митрофанов. Хотя в воротах его не было, но привез он однозначно. Вопросы к Хазиеву. Пенальти. А Степанцов сегодня лучше. Man of the match. Олег Степанцов. Ну, он лучший. Он. Вот. Он хотел дать интервью с вами пообщаться, но он постеснялся. Он стеснительный молодой человек. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания.